7 мая в школе номер 4 имени Героя Советского Союза Магомед Загида Абдулманапова города Каспийска состоялось мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею со дня открытия данного образовательного учреждения. Напомним, что школа была открыта в 1973 году и за прошедшие годы выпустила много именитых выпускников. Перед началом мероприятия ко всем присутствующим обратилась директор школы номер 4 Патимата Садуева. Хочу всех поздравить и пожелать самое главное здоровья, успехов во всем и процветания. Хочу поблагодарить всех работников педагогического образования за то, что работают на благо подрастающего поколения. Желаю постоянного саморазвития и уважения со стороны учащихся. В этот день на праздничном концерте собрались все педагоги школ и даже те, кто работал с первых дней. Они пришли поздравить родную школу с юбилеем. Следует сказать, что это мой второй дом. Также второй дом, наверное, для наших ветеранов. Второй дом почему? Полвека я учила детей. Полвека я воспитывала детей. Полвека я училась у детей. И многое взяла у них и применяла в своей работе. Воспитанники образовательного учреждения подготовили для гостей мероприятия концертную программу и удивили своими талантами. Отметим, что почетными гостями мероприятия стали заместитель главы Каспийска Гусейн Нункилов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко, начальник управления образования Лариса Абрамова, заместитель министра по спорту Гайдарбек Кайдарбеков и многие другие. Они поздравили педагогический коллектив с юбилеем, а также отличившиеся педагоги были отмечены наградами от правительства Республики Дагестан, Министерства образования и науки Республики Дагестан, администрации города Каспийска и МКУ управления образованием. В завершении мероприятия Елена Павлюченко вручила в подарок родной школе спортивный инвентарь.